Приветствую всех, дорогие друзья, с вами вновь Алексей, он же Crazy Life, и мы продолжаем проходить GTA 5. Соответственно, в прошлом эпизоде нам дали уже поиграть вот за этого чувачка, который, в принципе, меня что-то оттолкнул, какой-то психованный придурок. И я, соответственно, в этом эпизоде обещал показать его халупу. Так, ну, в принципе, халупа такая достаточно типичная деревенская, но более даже, чем засранная, больше похожа... Чего ты? Тю, больше похоже на какой-то сплошной сортир. Ну, соответственно, здесь его комната, поспать, телевизор посмотреть. Давайте переоденемся, может, что-нибудь найдем интересное. Так, толстовки, ну-ка, рубашки. Что-то, ох, нихера себе, поаду такая рубашка. А, давай. Отлично, брюки. Армейские какие-то. О, давайте черные пусть будут. Отлично, и очечки оденем. Так, тут нету. Спортивные, отлично. О, пусть такой чувачок будет более-менее стильненький. Что ж, давайте уже выйдем из дома и, соответственно, посмотрим, что у нас там по миссиям. Так, буква С, буква вопроса. Буква, буква, значок вопроса. Давайте сперва сгоняем до вопроса, посмотрим, что там такое. Ух ты, нихера себе, моцик, моцик, моцик. Стоп, 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 парнишка, парнишка. Стопе, стопе. Вали отсюда. Да пошел ты. Типичная, короче, такая сельская местность, американская, в пустыне, так понимаю, все дело происходит. Я просто, наверное, капитан очевидность, да? То, что куча песка, какие-то растения такие, невысокие, небольшие. Ну, это, скорее всего, наверное, какой-нибудь штат Техас или, я не знаю, или Калифорния. Так. По горам, по долам. Хороший мотоцикл, кстати. Он как раз вот для горной местности самое оно. Для таких ухабов. Так. Хе-хе, ты что, девчонка? На ноутбуке сидит, играет. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run. Логотип какой-то, задница какая-то. About to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Хе-хе, смотрите. Сейчас заценю. Розовый фламинго, дитя заката. Ха-ха, вот это да. Вот это ты херобору установила у себя. Так, а куда нам валить-то? А, просто покинуть территорию, что ли? Ну, давайте уедем отсюда. К чертовой ма... Ух, сохранение, сохраняй. Стоп, какой еще чит-код, елки. Выруби эту херню. Так, буква Т, буква С. Ну, давайте сгоняем домой себе, там какая-то херня творится. Че это нам, он задание дает. Я ж только оттуда приехал. Хорош. Блин, классный мотоцикл все-таки. Ах, какой хороший. Дороги, кстати, тоже прикольные. Вроде как где-то в ебнях, в какой-то пустыне. А нет, все-таки дороги хорошие. Да ладно, ты что там, об что споткнулся-то? Ты хера ли творишь-то? Я ж тут наоборот специально сюда срулил, чтобы погонять. Об камень, наверное, какой-то ударился он. Так, 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 так. Хорош. Чё, Тревор-то? Чё ты орёшь? Чё случилось? Чё за кипиш? Что происходит, Рон? Они были здесь для тебя. Здесь для тебя. Кто был здесь? Эти байкеры. После того, как ты убил Джонни Кей. И они повредили мои вещи, а? Они смешали мой дом, повредили мою душу. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic
midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. Yeah, all right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? Вот этот Тревор, кстати, похож чем-то на вот этого персонажа, который играет клоуна из Бэтмена. Тоже какой-то такой психованный. Так, квадрики, отлично. Давайте попробуем, еще на квадриках не гоняли. Так, по управлению что у нас? Ну, не заносит их, то есть откликаются хорошо на повороты. Что там за пиксель? Снайперская винтовка. Хорош. Ну что, надо снайперку брать. Так, берем снайперку. Давайте патрончиков побольше. Бабло позволяет. Улучшенный прицел обязательно. Глушитель. Расцветка. Розовая. Да нахер эти расцветки нужны? Все, выходим. И бронежилет, наверное, еще купим. Потому что, я так понимаю, кипиш какой-то намечается. Так, какой тут самый дорогой? За 2500, по-моему, да? Берем его. Есть уже этот предмет. Окей. Хорош. Сука, отняли у нас мотоцикл, дали какой-то квадрик. Тем более, какой-то ближе к розовому цвету. Ну и чё, куда? А, во, вижу. Рон, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, cause there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. Сука! Блять, пристрелить бы тебя, там менты, наверное, какие-нибудь здесь закипишуют. Yes, we are. Where are you, man? I'm waiting at the water tower. Вот она, водонапорка. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Come up. Да-да-да, лезу. Погнали. Поезд. Интересно, а можно как-нибудь залезть на поезд или запрыгнуть? Прокатиться хоть. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Херак и ночь. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a так, чтобы посмотреть в прицел, используйте масштаб. Ой-ой-ой. What? Right. Got it. Now relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Ну я так понял, надо по стелсу сейчас действовать. Да вижу тебя. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Ладно, давай ползи. Ну, пока тихо тут. А че нельзя было просто ворваться, всем пердак расстрелять и все? Нахера вот это по тишине, что-то кого-то? Блять, мне еще тёлка сбила пол хп, снесла, еще брони чуть-чуть покоцала. А, во! Опа! Так, и чего? Расстреляйте фонари. Хорош.
Да а че его не убивать-то? Давай грохнем сразу. Чтоб он сюда вообще не подъехал. Ну. Так он сейчас спалит, реально. Ну очевидно же, вон трупяк лежит. Мне так же темно-то. Хорош. Давайте еще фонарей стреляем. Кого? Ты серьезно? Еще один. Да что ж я попасть-то никак не могу. Да, да не ори, не ори. Все? Ну? I got you in my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Какой ты дальний дверь? Ни хера не вижу. Кто, где, чего? Someone's coming out the far door, man. Ох, ни хера себе. А ведь чуть кипиш не поднял-то, а? Это кто? Это что за звуки были? Me, okay? Да постараюсь. Нихера себе. Че такое? Охереть, вертушка! Ха-ха, нихера я лихо так с одного патрона попал. Вот это поворот. Бум! Помогите зачистить вертолетную полосу. Так, стопы, стопы, стопы. Помогите. Ну а их, в принципе, отсюда сейчас расстрелять, да и все. Они меня уработают в ближнем бою-то. Это что, один что ли был и все? Да не ори ты. Давайте калаш возьмем. Опа, 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 па. Где-то там еще, сука, бежит. Опа. Так, 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 вон он. Промазал. Их там несколько, смотрите, там и там еще. А это вообще... А, это не противник, это что-то мигает просто. Хорош, смотрите, еще где-то враг. Охереть, их там до хера же. Так, надо, чтобы они мне не обож... Опа, опа. Ах ты сука. Хорош. Так, аккуратно надо. Сука, всю броню снесли. Давайте калаш попробуем. О, 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 смотрите, можно посуду забраться. Ох, нихера себе. Кто, кто, кто? Ах ты, сука. Еще один. Да, свидос. Так, а там, по-моему, машина или кто это едет? Сука, мотоциклист херов. Фу, вот это напряг. Должно быть. Хорош. Ну-ка не стреляй.
Вышка. Сейчас взорвем все нахер. Хоу! Хорош. Давайте сразу точилу всю мы хернем вместе с этими придурками. Ну, машинка, гори. Машинка какая-то оказалась бронебойной. Хотя нет, смотрите, горит. Хорош. Ах ты, сука. Тут уж маляет. Сука, оттуда, наверное, кто-то. Ну давай разгоняйся, что ты еле тележишься-то? Хера себе. Да ладно, нам самолет дадут управлять. Чтобы разогнать, чтобы тормозить. Охренеть. Взлетаем. Охренеть. Ой. Используйте повернуть АД. Ой. Зачитался. Я управлением вообще впилился в что-то. В землю, по-моему, впилился. Фух. А я уже сразу лечу, да? Хитро. Так, ну в принципе надо немножко подразобраться с управлением. Используйте. Нихера себе. Сука. There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh, yeah. Yeah, sure I was. There's a flare in the water. I'm guessing it's them. Affirmative. Make the drop. В принципе, управлять им, ну, достаточно сложновато, но это дело привычки скорее. Надо немножко попривыкнуть, и все у нас получится. Так я и так вроде низко лечу, даже ниже тебя. Да, сложновато, блин. Тут, кстати, немножко некрасиво. Ой, вообще, что такое? Тю, зафейлил. Короче, тут немножко управление странное. То есть, там, где стрелка вниз, это, соответственно, улетит вот так вот вверх. А стрелка вверх, это он летит вниз. Надо немножко убрать такую тему в настройках. Потому что я, ну, путаться буду постоянно. Да, тяжеловато немножко управлять так сходу. There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh, yeah. Yeah, sure I was. Someone's out there and wants us to know it. You think it's the buyer? That's him. Let's do it. Fort Zancudo coming up. If we fly low, we ain't gonna show up on military radar. Так, надо кнопки не перепутать сейчас. Так, это вверх, блин. Тяжеловато реально справиться с этим управлением. Вот так вот сходу, короче. Мы управляли транспортными средствами, всякими машинками, квадроциклами. Тут херак резко самолет. Я помню... Хера себе.
Nicely delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass in a rapian cheesecloth. Я помню, в Сан-Андреасе мы проходили со сперва там лётные школы, все чукаво. То есть, ну, достаточно там... Вот красиво-то как. Cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, team. Короче, в Сан-Андреасе была летная школа, там можно было хорошо потренироваться, прежде чем там садиться в самолет, а тут нас резко. Херак тебе, вот тебе так кнопки жми, вот эти, и будешь летать. Да ни хера, самолет сложное транспортное средство. И так вот просто сесть и полететь, ну тяжело, реально тяжело. Сука, еще сажать придется? Да вы издеваетесь, а? Блин, я думал будет попроще, чтобы выпустить шасси. Окей. Так, давайте его максимально притормозим. Сука. Да хер его посажу, наверное. Блять! Сука, опять еще лететь. А где ты, сука? А, блять, в другой стороне. Короче, это вообще жесть какая-то. Ну нахера вот давать самолет вот так вот. Едешь, катаешься на позитиве, креативе. На тебе самолет, рули как хочешь, сади как хочешь. Блин, ни летной школы, ни хера нету. Причем главное, в Сан-Андреасе я неплохо летал достаточно. Я понимаю, что физика другая, механика, но, блин, так нельзя. Резко самолет давать и все. Это ж, блин, не машина. Нихера. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, team. Фу, ладно, попытка номер два, посадить самолет. Шасси можно сразу выпустить? Можно. Но шасси, насколько я помню, раньше ухудшали управление, если они выпущены. Ну пусть будут. Так, где-то здесь же полоса уже должна быть. Я, наверное, слишком низко, да, с это. Давайте наберем чуть высоту, тут деревья как раз. Где-то, сука, а вон она. Давай набираем высоту. Хорош. Так, давайте глушим тягу двигателя. Ой, блядь. Ой, я не справлюсь, наверное. Я его выровнять не могу. Надо, чтобы он гладенько сел. Ух, нихера себе. Отлично, справился. Сука, вообще так еще четко посадил. Нереально у меня жим-жим, что я не посажу его. Хорош. Давай заезжай. Фу, блин, земля, родная земля. Наконец-то я приземлил эту херобору. Я
adequate restitution for my impotent rage statue? That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Мастурбировать. Медитировать или мастурбировать? Отлично. Фу, вот это хардкор. Вы можете приобрести разнообразное имущество в Сан-Андреасе. Помечено долларом. Да, я так понимаю, аэропорт можно купить. Как, в принципе, и в старом Сан-Андреасе. Это получается по счету, какая была? Шестая GTA-шка. Так. Сведем денежный доход. Увеличит. Угу. Интересно, а доход... Просто купил и все, и у тебя бабки капают. А, капитал необходимо выполнять задание, понял. Да, сложная, в принципе, была миссия. Фу, самолет. Лучше бы дали вертолет, там он попроще. Так, давайте погнали домой, короче. Это просто хардкор, а. Не буду я нихера это покупать пока. Купится, все успеется. Хера себе, тут смотрите. Какие-то значки. А, смотрите. Тут походу на самолетах. Это либо самолетная школа, либо, я не знаю, гонки на самолетах, что ли. Ну нахер. Ух, нихера себе, смотрите. Что, гоночная машина старая? Ну-ка. Типа багги какая-то. Ну, вроде прикольная. А можно было, кстати, и на самолете полететь домой. Ну, его нахер, я там, правда, его нигде не посажу. Вот раньше, по крайней мере, как можно было? Сесть в самолет и выпрыгнуть, и открыть парашют. И было бы нормально. Кстати, я не знаю, здесь есть парашют, нет? В принципе-то. Потому что с самолета раньше только так и вылазить вообще по кайфу. То есть смысл там его сажать где-то, чего-то, да тем более в центре города, хер ты его где посадишь. Садишься на военный истребитель и погнал. Так. Там, кстати, как раз покупаешь аэропорт, и там вот этот истребитель будет. Ну, в Сан-Андреасе, в стареньком Сан-Андреасе. В принципе, резвая машинка, я должен сказать. Неплохая, мне понравилась. Ну-ка, по управлению... Ой, ты чё меня? Не, кстати, по управлению хорошее. В принципе, даже на скорости так в повороты вписывается. Отлично, хорошая машина. Тю, оставить может ее. Хер его знает, правда, как это делать. Наверное, вот эту точилу куда-то деть. А уже потом за место этой поставить вот эту. Ну да ладно. Хорош. А тут можно, кстати, что-нибудь похавать? Походу, наверное, нельзя. Чё холодильник не закрыл? Ха-ха. Телевизор не показывает. В общем, реально какая-то, блин. Что была помойка, что после вот этой разрухи, которую нам устроили, стала помойкой. То есть, в принципе, ничего толком-то и не изменилось. Ну что, дорогие друзья, на этом закончим эпизод. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением в описании под видео. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока.